Доброе утро. 4 дня пролетели незаметно. Снова на работу. Я уж там и не помню, но 2 или 3 дня в эту субботу мы отрабатываем. Или следующую опять. Что я забыла, короче. Следующая выходная суббота. А, следующая суббота выходная. Вот эта суббота я не помню, короче, отрабатываю. Я запомнила, что на вторую на работу. Приду сегодня и посмотрю уже, когда снова на работу и когда снова выходной. Вот. Бородинский хлеб с утра. Хлеб маслом и сыром. Сыр мы какой-то брали, как называется? А, черный граф, белорусский сыр. 0 градусов у нас всего. Ноль. Буду ли я печь куличи в этом году? Нет, не буду. Не буду. Если честно, нет никакого настроения печь куличи. Не хочу. Просто не хочу в этом году. Вчера не могла. Ой, в том году или что это, не знаю, что у меня было, а в этом просто не хочу, нет никакого желания. Вот. Пойду и куплю, просто-напросто. Кто-то спрашивает, есть ли у меня рецепты куличей, у меня аж глаза вот так вот, на лоб туда вылезли. На прошлой неделе я вам оставляла все рецепты, так что пролистните ленту, пролистните и посмотрите. Иду за детьми. Они тоже у нас сегодня идут в садик. После выходных никому не хочется. Никуда. Илья нас один стоит, ждет, выжидает. Ну, открывайте нам, молодой человек. Вот никто себе выходной сегодня не устроил. Вон уже и велосипеды здесь стоят. Вон самокатов. Ника сегодня вторая в своей. Вон уже сколько детей пришло в другой группе.